Суд отклонил очередной иск Саакашвили по гражданству. Депортированный из Украины политик пытался через суд отменить приказ МВД об отмене его украинского гражданства. Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении исковых требований лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел о признании незаконным и недействительным приказа МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретения гражданства Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда. Истец просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решения об оформлении приобретения гражданства Украины и журналов учета, форма 19, заявление о принятии в гражданство Украины, в части определения в данной форме заявления указания под судом и следствием на территории иностранных государств не состою, говорится в сообщении. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства. Ранее Зашита Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.